Йоу! Я Тавирис. Я Наргиз. И мы Кагирис Твинс. Я Диляна, я сестренка. Мы сегодня опять решили снять видео с нашей младшей сестренкой. Мы снимаем уже не в первый раз, но сегодня будет видео такого плана, где будем сражаться Наргиз и я против друг друга. Да, то есть сегодня мы будем снимать, кто знает лучше нашу сестренку. Мы попросили ее подготовить нам вопросы, там всякие интересные, не знаем даже, потому что особо нам информации она о себе не говорит, поэтому мы не знаем, как мы сейчас будем отвечать. Да. Но перед тем, как мы начнем, мы бы хотели с Тамирис передать привет Турабаевой Дильназ. Мы очень любим тебя и рады, что у нас есть такая подписчица. Если ты также хочешь получить привет от нас, Наргиз, на нашем YouTube-канале, тебе всего лишь нужно подписаться на наш Instagram, который называется Кагирис Твинс, и в комментариях под этим видео оставить свой никнейм, чтобы мы могли рандомно выбрать человека, кому передадим привет. Также просим подписаться тебя на наш канал, это очень легко, тебе всего лишь нужно свернуть это видео, нажать на кнопку подписаться. А если ты уже подписан на наш канал, то включай уведомления о новых видосах, то есть нажимай на колокольчик. Также у этой девочки припевочка красавица есть тоже свой инстаграм, где она снимает крутые видосы. В общем, это инстаграм Диляры, все скорее подписывайтесь, она тоже снимает тиктоки и очень ждет новых подписчиков. Кидс Диляра. Я подготовила для них 10 вопросов. Кто из нас правильно ответит, тот получает 1 балл. Если же мы вдвоем отвечаем правильно, то баллы засчитываются нам двоим. Да. Поехали, давай, первый вопрос. Не смотрим. Какой мой любимый цвет? Я знаю, я тоже. Все знают. 1, 2, 3. Оранжевый. Да. Подожди, у тебя тут какашка на глазах, не подготовилась к видосу. Хорошо, балл засчитывается и мне, и Наргиз. Наша дилярка с детства любит оранжевый цвет. Получаем по 1 баллу, да? Да. Дальше, следующий вопрос. Мой любимый канал на YouTube. Что? Давай так, я подумаю чуть-чуть. Я тоже, подожди, тихо. Это не мультик. Да, это не мультик. Что-то... Нет, ну давай, ладно. Нет, подожди, я еще подумала. Как? А мы столько каналов смотрим, даже не знаю, что ты смотришь. Так, тяжко. Это маленький? Давай подсказка, это блогер или маленький блогер? Ну, который девочка. Блогер. Большой блогер. Все, я поняла. Да, тоже думаю, поняла. Давай. Раз, два, три. Катя Адушкина? Нет. Алиса Лай, что Лай? Нет. Вредина Лай. А, Вредина Лай. Ну, я была почти... А ее Лиза зовут? Нет, Елена. Так, почему-то я думала пупсик Кира. Нет, я просто помню, она вечно говорит лайф, лайф, и что-то у меня в голове не Вредина, а Лиза лайф. Профейлили так, что ни я, ни Наргиз не получаем балл. Да. И у нас остается счет 1-1. Мои 2 самых нелюбимых урока. Так, математика. Тихо. Так. 2, подожди, 2 нелюбимых урока. Да. Я думаю, давай. Раз, два, три. Русский язык и математика. Я говорю русский язык, математика, она математика английский. Чё? Она правильно. Я думаю, это английский. Я просто все вечно уроки делаю. Ну, я тоже вечно уроки. Короче, да. 2-1. Это идет 4-й вопрос. Так, 4-й. Мои 2 самых любимых урока. А, ну это уже труднее. Да. Ну, явно, один из них явно, вот он у всех любимый, я думаю. Так, я готова, у меня ответ готов. Ну, ладно, раз, два, три. Физкультура? Физкультура английский. Нет, физкультура музыка. Нет. Физкультура и казахский. Казахский? Скажи чуть на казахском. Салем. Да? Салем Достар. Ну, такие вопросы. Как казахский? Сложные. Мы просто с Мы знаем наш. Мы на все 100%. Давай дальше. Счет 2-1, 5-й вопрос. Что я люблю делать в свободное время? Там 2 занятия. Два занятия. Не говори раньше времени вообще. Ну, одно, но это просто очевидно. Я знаю. Ладно, я не знаю. Раз, два, три. Делать слаймы и тикток снимать. Нет, делать слаймы и ютуб смотреть. Делать слаймы и тикток снимать. Делать слаймы и на улице гулять. Нет! А что?
делать слаймы и рисовать. Ты же нас рисуешь. Мы забыли, окей. Хорошо, счет так же. 2-1. 1-1. Нет, я на 2 правильно ответила, где нелюбимые еще уроки были. Да, 2-1. 6-й вопрос. Моя любимая песня, и эта песня Билли Айлиш. Ну давай. Раз, два, три. Bad guy? Да. I'm the bad guy. Да! Ту-дун-ту-дун-ту-дун-ту-дун. Теперь 3-2. Да, мы обе ответили, значит, счет повышается спустя столько вопросов. 3-2. Дальше. Куда я сейчас пойду? Раз, два, три. В школу! Да. 4-3, Диляра, глупенький вопрос. 9. Как зовут моих подруг? Их 8. Подожди, наверное. Это уже 9 вопрос? Да. А разве не 8? Да, это было 8. 9 вопрос. Как зовут моих подруг и их 8, наверное. Наверное. Нет, да. Ну хорошо. Нет, ну типа именно близких самых, да? Нет, которые я всегда гуляю. А, с которыми всегда гуляю. Ну, давай. Алина. Айрис. Алина. Айрис. Потом Самира. Самира. Лейла. Ой, Лейла, да, блин. Тамирис. Тамирис. Камила. Камила. Арайка. Арайка. Так. Жанция? Нет, нет. Нет такой. Диана? Нет. Най? Считаем? Нет. Вот эта вот девочка с очками, которая ходит. Жасмин? Нет. Жасмин, как ее зовут? Ну я же вспомнила ее, она, я выиграла. Самира сказали. Ты не поняла даже, какая девочка с очками высокая. А мы высокая. Самира сказали. Да, сказали. Девочка высокая с очками. Адья. Адья. Это я, мне бал, потому что я ее вспомнила. Бал мне. Сколько счет? 4-4. 4-4, да. Последний вопрос. Решающий. Решаешь? Мои 3 любимых соцсети. Ой, ну это легко. 1, 2, 3. Инстаграм, ТикТок, Ватсап. Инстаграм, ТикТок, Ютуб. Да. 5-4. Кто тебя лучше знает? Я тебя лучше знаю. Кто победитель? Я. Ну ничего страшного, я тоже неплохо шла. Я стала на всего лишь на 1 балл. Да, ничего страшного. Из 10 вопросов меньше половины. Я половину. В общем, ребят, надеемся, вам понравилось это видео. Тебе понравилось задавать нам вопросы? Да. Да. Что должны подписчики сделать после просмотра видео? Покакать. Покакайте. Но перед этим подпишись на наш канал, поставь палец вверх, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. С вами были ваши любимые Кагирис Твинс и наша красавица Дилярка. Пока! You're fucking up.